Анастасия Саховская, Александр Александронец, Олег Пелецкий, Елена Воронцова и Татьяна Королева. Вести недели. Витебск. Ну вот и все на сегодня. Для тех, кто не успел на прямой эфир нашей программы, повтор на канале «Россия-24» с 23.00. Мы же на этом прощаемся. Вести недели уходит в отпуск. А в это время в 20.00 по воскресеньям будут выходить большие вести. Следить станем вместе. Всего доброго и до встречи. Чуть позже воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. А прямо сейчас Москва, Кремль, Путин.